Приближается новый учебный год. Опять в школу, думают дети. Вот бы за парту, мечтают взрослые. Национальное телевидение Чувашии представляет проект «Однажды в школе». Расскажите о своем самом ярком школьном воспоминании всей республики. Это может быть история об оценках, тетрадках, одноклассниках, учителях. Съемка проекта состоится 12 августа в 40-й Чебоксарской школе. Запись по телефону 64 10 55.